если все здесь пошли, крышу там зальем. Там ауру на огонь, наверное, поставим. Тотем может поставить. А, тотем. Там вроде тотем МП5 убирает или что, даже не помню. Ну или тотем. Но не критично. Полетай. Здесь спальте с него. Кого с него? Кто здесь спалит? Там старгет. Заклинателя хуйню. Мне не видно фреймы, на фреймах вообще ничего. Там на мобиле. Какие мама здесь по. Вот опять. Забудьте холить чего, что диспелите. Свободно буду, помогу. Что-то у меня о не показывается танковская. Револот напишу. Забагалось. Так. Те, кто не знает, как бегать от бомбочек, просто к стенам не подходите и бегайте за звездой. И сейчас еще пучером будет. Какая же нам пизда. Две метки, за ним бегайте. Печеньку уберу на всякий случай. Если есть сопрот, можете сопрот на этом боссе выпить. Но не критично. Блин, я, наверное, я боюсь просто сдохнуть, поэтому... Первый раз трэш со стороны трусов убиваете и все. Че, тебе сопрот надо? Да, я куплю сейчас ГБ. Есть. Надо, я возьму с ГБ. Голду положу. Говорили, 50% хипа и минусует, когда с ГБ берешь десятки. Да я 100 голд закинула. А, ты только одна не готова, а, вар еще. Я готова. Вара на пульч. Нельзя применить к этой цели, сука. Чё? Я ебал. Ты про чё? Ну, типиковая ситуация у меня бывает так. Типа у меня спылы просто не жмутся. РТД уже с трех тросов можете играть. Все сыграли в трусы. Да не надо второй убить. Камон, не того убежим. Звездочку ищем глазками. Шпонная птица выпускает ропу. Лок, сбрось игру, я нихуя с этим делом сделать не могу, у меня просто кнопки не жмутся. Глазками звездочку. Сыграли в трэш. Спальте, 18 так много ставь. Звездочку. Очень плохо. Будем. Вам жестко.
Я раздох, ладно, кайчу пока. Долгин. Хилы. Один хил у нас остался, дисплейте сами. Без хила, хил только. Ковер за рут. А, сдох. В принципе, не надо рутать сейчас. Не рутайте, не рутайте, пусть идет. В начале, так что нормально. Как раз серию не хватило. Пробуем пока. Жаль, что второго резка, конечно, нет. Короче, войско дашь там. Этих Ольч, пожалуйста, может, я вообще сейчас не буду диспелить. Может сразу начать бить? А то тебя заклюют потом. Ну сейчас хотя бы еще чуть-чуть выйдет. Я могу по мане просесть. Я понимаю. Обычно из ШП я заливаю мейнер. С наполами можете бить, без наполов пока не врывайте. Что? Это залупа нахуй. Ну, и выйдите, блядь. По-моему, агро сорвал, да? Вара, что-то ладно, и выйдем. Это ему уберите, еще уберите. Так, а ты как сдох? Просто так и ближнему ину, да, из-за того, что один хил сложных. А если я сейчас кину топор в него, и мы уйдем вниз вот сюда, вот вон, мы сводим его? Да. Да, я попробую. Он и выйдется. Здесь вот на лестнице он уже и выйдется. Я хочу посмотреть, у меня кнопки сейчас работают или нет. Отойдите, дайте проверить его. Все, заебись. Конфил. Взял, убил его. Ну, нахуй ты. Стоял. Рыбу поставил. Роги готовы. Кстати, я ему редар дам, пати, чтоб еще быстрее трэш снесли. Чем тут? Какое щиты вместо себя? Вара на пути не забудьте. Тебя применить, сука. Ну-ка еще. Да, опять. А что за хуйня у тебя там, блядь? Чем у всегда какие-то проблемы. Да куда ли аддоны все нахуй? Какие аддоны? Я не на макросах живу. Я чисто сам кнопки жму. Я говорю, аддоны, не макросы. Трусы сыграли. Я вышел, уже можете бить все. Мильки и все. Меточку. На пол висит, бейте, так не надо. Меточку. Ебать, я понял, что прикол. Диспольте, диспольте, так внимало. С меня забери мобов. Все, бейте в трэш.
Рутать, ну зарутай на всякий случай. Ой, на, сразу зубы. Может, к следующему разу. С игры будет после следующего. Там Дера нормально зальёт ещё быстрее. Чё, руты сбили, если там? Ответили. Это чекун. Бумажки ловить. Как прожимок не будет, скажешь каплю нам. Волк. Сыграли фулл трэш, Геру дали. Прожимки, да? Я могу сделать чаши стан дать. Давай каплю. Закончили следы. Жарок. Что-то 4. Засейвил. Убивайте там. Мне не осталось. Просто добивайте босс. Да, можно падать, наконец-то. Нет, я не дам тебе это сделать. Ты видишь, потом одна работа, он может его гажить. Кроумайк пошел нафиг, а что-то 4 минуты. Ты вообще... Вообще несправедливо, когда я вот так? Ну ты примерно так же. Ой. Твой лог далеко ушел. Один раз Каражан только сама Алан голову выбила. Зато с первого раза. И не выбила, а вы были наказаны. Я не разрешила вам себя одевать. Я сразу с первого раза на лог от лог. Как я нашел? Я шип вообще за 3 дня фулл-то 4 лет. А то когда мы тогда ж пошли, да? Типа мы пошли во вторник, Каражан 2 куска выбил. Да. Потом в среду я с одним анролом ГМ собрал. И в четверг еще один ГМ с одним анролом. Все. 3. А Никита так и не собрал. В итоге задонать. Никита одного чара не может, мы тут уже третьих одеваем. Че, у меня 3 до 4 чара. Сова, вон еще один кусок. 4. Только не смотрите на Войда, блядь. Правильно, правильно. Готовь к тир 5 сразу. Мне кажется, это 5 я буду год собирать, да? Ну, кстати, есть такое. Больше. Первые люди на X2, помню, тоже долго собирали. А вы вообще целка 20-й, 10-й гер ходите? Не, ни разу не ходили. У нас нету времени, фейл на это. Кстати, вспоминаю, как я пришел в Т5 контент, я просто первый же день залутал все 5 кусков. Но ты уже ходил явно тогда, когда у всех было все. Нет, ни у кого ничего не было. Просто знаешь, мне так повезло с кусками, что магов не было на РТ. Мне, наверное, пипец, я зубки отдам себе. Там что, маги, кто-то еще там. Ну, так... То есть были классы... О, щит! Йоу! Тапки хорошие. Ботище надо? Ну, там тебе же не... Нет!
Вы же не эти карты. Просто оба как успех будете паролить, если тоже. Пускай вар забирает у него босса. У меня чисто такой же щит, только с татами хуже. Меня в раз. Сразу тебе. Че, говоришь, не эти тебе ковер тапки, да? Тебе духовые кожаные соста? Да. Там, короче, из кустков нужно было только магам, и ни один маг не пришел на РТ, кроме меня. Вар, спекайся, брат. Mm-hmm. Сказки какие-то все рассказываешь? Мы как ходили, то там на каждый класс было довольно весело. А когда еще был декабль в патче с кем-то друидом и тем дальше, там вообще было хуже всего. Ты ему веришь, что ли? А чё? А чё, эти лутали? Не было. Халял. У нас же, помню, маргинала. Помнишь? Маргинала помню. Кто-то два куска залутал, он же себе лутал чуть не шестой кусок на мага. В какой-то момент. Потому что... Ты не в первый рейд, не может быть, чтобы в первый рейд не пришел основной состав травить. Нет, это когда мы уже немного нафармили, да? Ну, то есть... Правара. Ну, я пришел где-то через месяц, как Т5 выпустили. Вот, наверное, что... тогда еще может быть. Потому что я на X1 играл, ДК-шник. Ну, что, когда уже все были люди пофармили, так, типа, ну, я говорю, чисто маги были вообще без кусков, им не хотели отдавать их. Потому что там, во-первых, конечно, ДК-танки были. А, не, я пиздобол, раньше не было ДК-танков. Это потом ДК-шников добавили к магам. Раньше был маг, лог и кто еще? И рога вроде бы, нет. Скиты. Это был довольно самый халявный токен. Да, я помню, был халявный токен. Кто там был? Вот маг, лог. И ДК... Нет, блядь. Сука, кто четвертый был? Маг, лог, труп. Друид, вот, да. Нет, друид другим кустами. Лучший кусок. Нет, друид, вар. Вроде бы это... Раньше был друид, вар, вроде жрец и ДК. Да. Это был худший куски. Вар с пустом было. Вот я помню, да, типа, что вот объективно считали эти классы, что вот ДК и друид, потом вар. Жрец, типа, дохуя прям пиздец, а там халявный токен, который никому не нужен. Там был на классы, которых только ДД. Честно, я реально не помню. Вот, сейчас посмотрю. Поэтому и тогда были халявные вот эти некоторые токены. Так, холи-фит. У тебя холи-спек есть? У меня ДЦ есть. Ну, ладно, там щитки не вешай, так чем-то. Да, подхиливаю и дотки эти. Так, вон, дотка все там тарочкой будем бить нормально. Это рыбу поставьте. Блин, животное и дракон. Одного придется убивать. Кто животное еще может контролить, кроме как друида? Или дракона? А дракона что, вместе просто водить не вариант? Дракон, он наоборот, достаточно сильный, его лучше контролить. А змея, я не знаю, что делать. Змея все время стреляет, поэтому вообще не вариант. Ты не сможешь ее, ну, ничего сделать. В смысле? Ну, она просто стреляет АФК, то есть она не бегает за тобой. Змея. Да. Ну, только меня будет стрелять, только стрелять. Я грипну и все. Закрываем. Вот как вариант. Я, конечно, могу попробовать. И то, и вот, и вот. Как у тебя же будет сбрасываться. Короче, главное дракона контроль, потому что вот он кливает очень сильно, ну, уешь куда-то сильно, точнее. А по нему пока не работает? Точно. Кто? Покаяние по дракону не работает? По дракону, не знаю. Можем выйти, проверить. Я думал, о, дракон пишем, этот, да. Его корнировать по КД. Дракон? Ну, кливать я вот не знаю, у него, мне кажется, клиф на весь рейд достанет. Я попробую на дракона. Ну вот, работает. Драконы же... А, да, драконов тоже пишет. Значит, как? Войд, дракона будешь? Покаяние. Ковер, сон, змеи. Ну, лог, само собой, беса. Бан. Там холи щит, либо Юля. Щитного седа. Холи щит, давай ты звезду тогда вон там отдал. Юля пусть хилит у нее. Все-таки шмит. Окей. Я
просто босса. Шаман, где Роллу? Сразу как поставлю босса на место. Ковер? Да. Ты готовность не принял? Я в душе. А, еще Юрия вкажет опять. Ничего нового. Вирус, новости. Опять вакансии всякие. Ждем Юлю. Так, Млечное пламя. Тип урона, сумерки. Сиди гадай. На 30 лет скорее. Надеюсь, все-таки не минут. У меня план. Пуляем босса, рога идет от первой двери, идем на ласта. А в принципе, что нам ее ждать? У нас хулищит ты цель. Хулищит ты и основной. Не-не-не, слушай, ты что гонишь, что ли? А у тебя нету шмота шить? Нет. Ладно, подождем немного. Если 30 минут, то ждать не буду. А у тебя нет холика, так чисто, хоть бы кто-нибудь накидал. Простите. Все, а пока 30, и что нам гадать, минут, лет, веков? А я потому что выносила тарелочку из-под мороженого. А так вышло, что там пришлось помыть еще не только ее. Все, шаман, Герда. Как он сбежал? Меня бил червяками, наверное. Да, ему просто стало пофигу дракону, мол. Как у нас войдешь. Ладно, попробуй закривать его. Слушай, получится закрывать. Мои червяки его можно сбить. Ну стаунти его с меня, а то он мне пизды даст. Сейчас. Седелю пизд. Не, не даст. Пост побольше криво дайте. Следующий каст дам Т4 через каст Войд мастера ауру. И еще через каст я на первый давал. На первый два можно было вообще не. Крылья, спружите. Крылья. Куда мы на следующий? Все какие-то хильтерки меня. Что один на меня бежит, а второй. Теряет тебя еще. Да. Хейтер, ебаный. Что, на следующий давать? Да, давай, если. Следующий холи щит прокастует.
Так он почти бег. Патруль себе звезду. Не убьешь тебя, куль. На нем жертвенный огонь. Т4. Офигеть, пока не спадет. Без здоров. Дайте ей знание, он через 2 секунды уходит и говорит, не похуй. Дай гейм включи. Чё-то рано ты гимны. Шпал хп босса бить. Там скользко. Может ложе ДКшная. РДД вышли. Америки. Вышли там ложе. Тишка откатила под следующий, да. Чё откатил? Чешка. Может гимн еще поднимет. А мне не совсем ну, есть когда. Редрика. Тебе по следующему мастеровой должна быть. Пурш крылья. Ага. Ой, Холь чё сбрила. Бля, я пошел контролить в этот момент как раз. Давай, давай, резь в нее. Сам контроль. Будь спокойней. Аура. Могу бафнуть хоть. Позже. Я сам. Слушай, он там вон в вейде стоит. Там бот? Не сконтролить. А, этот? Моб, да. Кстати, ты видел? Пошел. Поставил АФК такой, потом ладно, пойду дальше куда-нибудь. Боже, ДКшный, смешно. Вот следующий дам Т4. Ты не ради кого уже? Убил поменять. А, хаст, мирик. Там гимна манона надо. Уоллен тайма 300 манона. Да, да, у меня нормально. Нет, ганка. Там залейте рядом с боссом. Я бы сейчас ману и так перегенил. Да, на самом деле, прям оставишь. Че ты 4 гимна? Режим, помайсли. Ретрик есть, все нормально, мана есть. Я гимна там. Каплю. Спасибо. Терять может Мирик. Вот он. Бухая. Хоть маска. То, что и надо. Плащ, и плащ. Это mm-hmm. типа, кто не толкнул 271, вам уничтожительный приз 264. Хороший лоб. Убил бы за эту дриньку. Да, много бы кто за эту дриньку убил. Даже БДК ее сейчас носит. Сюда, да, типа за ней только и ходят ДКшки. И мне так вот эта дринь несла стапать, как вот это. Не, разролим в конце. Че ты думаешь, это тебе на вару зайдет? Че ты так ее желаешь, ты прям хоста? Не, вару это вообще не. Ты вон рогом мутики, может быть.
Рыбку поставьте. Сейчас трэш пьем. Кто там решает, что воровать не надо? Это любой адекватный человек. Нет. Автоатаку чисто. Ну, чисто на автоатаку, конечно. А ну что еще? А, ну видишь, типа, любой адекватный человек еще спрашивает потом, типа, а на что еще, типа, хостовару? Удивительно, да? Не, я типа даже отвечать не буду. Сам узнай потом. Как-нибудь. Вот это как ты, это как Редиган из серии Энху, то же самое, типа. Та же логика, что ли? Я же спрашиваю по-нормальному. Ради автоатаки, что ли? Ну, у него там автоатака ударом героя заменяется или рассекающим. Ну, Шаману, расскажи пока, что делать. Адель? Да, сейчас. Так, кто первый раз тут, есть такие? Шаман, наверное. Шаман. Шаман, короче, бьешь босса, первая фаза. Вторая фаза, бьешь босса, только уже примерно ром. Третья фаза, перед третьей фазой, мы все уходим в печеньку. Ставишь тотем от... В печеньку, куда пойдем, к магии природы. Все нажимают свои личные сейвы. Я там D4, там мастер ауру, все дела. Баблы не баблы, кош не кош, все. Можете отдать туда, не жалейте. Потом, когда все вихри пойдут за мной, я буду бегать. Вы вернетесь в центр, будете бить босса. Четвертая фаза. Лок, у тебя демон спека нету, да? Демон спек помог на четвертой фазе. Демон есть? Да. Если есть, пекнись. Нету. Нету, ну и ладно, пофиг. Четвертая фаза, просто стоим, бьем. Пятая фаза. Дается Гера. Максимальный ДПС. Буду говорить ники. Надо будет, кого ник назвал, или если скажу милики, отбежать от места, где вы стояли. Босс будет на пятой фазе кривить. Пластовая фаза. Желательно самому смотреть, когда на тебя кидается. Потому что там очень маленькое время отбежать. Да. Буду стараться озвучивать. Он лук, он видит же, кто в таргете босса. Милики, если на вас топор на первой фазе летит, то надо отбежать. Если не летит, можете ее ставить под вихрем. Алканфил, готов? Короче, смотри, шаман, очень важно. Можете агрить уже. Очень важно. Когда мы пойдем в печеньку на третьей фазе, тебе нужно максимально забиться в угол. Вот чтобы ты прям упирался в этот столбик лицом. И не забудь тотем от природы на третьей фазе, потому что мы забудем тебе напомнить. Еще когда каждый 81%, 61% и так далее напуливайте на меня. У меня ни капа хита нету, могу промазать. Чё? Там можешь промазать. Да? Ромбик. Я разверну жопу. Чтобы... Здесь, короче, вообще не считаю, только танк и ковер есть, что. Ману не присажу. Давай дождусь. Тогда точно.
так-то тоже что-то мыль раскидаю. Сдаем две чешки, значит? Ну да, и я, скорее всего, под зубами гимн еще отдам. Подсопните ТП с него. Чуть-чуть бейте сейчас, 62%. Еще чуть-чуть процент снесите. Все, стопните. Сейчас ждем диспел. Уже можете, все, диспел есть. Печеньку все пошли. Нет, хил. Все переводим. Боже, помоги нам. Нихуя так просто? Что они не за мной пошли. А все теперь за мной. Возвращаются, ребят. Один возвращается. Блин, тотема забыл сказать. Убери тотем их прямо сейчас, Шаман. Прямо сейчас убери тотем. Встаньте, сука. Встаньте обратно, обратно встаньте. Еще два вихря нету. Рога. Это все пиздец. Все, падайте. Давай диван кому-нибудь. Да. Ну, ковра потеряли. У меня есть еще один у нее. Да они сейчас вон вихри уже криво летают. Все, падайте, давайте. Стойте до талова, не убегайте раньше времени. Шаман, да, забыл про тотем, и тотем полностью убрать, его только один рядом с собой там поставить от природы. Так шло хорошо, я уже охуел. Смотрю, забежали, выбежали все эти. Даже рейд не ударило, Да убей ты меня. О, даже мы что-то убили быстро. Все, резай. Сейчас я достану из книжки, извините, Mazda Spell. Да, 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 мы ждем. Так, лут с первого босса 48 минут, еще нормально. Вы вайпнулись уже 0 раз, нахуй. Нормально. Второй вайп же уже. Ну это у меня ДБМ пишет. А, пиздит получается? Ну получается, ну. 0 раз, говорит. Рогус, когда тебе надо? Ну ладно, тебе. Кто за вайп не считает? 5, 4, 3, 2, 1. Он хули стойки-то. Кто не срыв? Норм, КД меньше, кажется, чаще. Валентин, в тебя шельмятка прилетела? Да. Пульте сейчас. Сейчас мы. Поток вала чисто разнес. Точно, лапку забыл кинуть. Вот.
Это моя любимая моя фаза. Нихуя не делать. Ну да. Не, я так на ДЦ ничего не делаю, но все равно. Я тут вообще ничего делать не надо. Видишь, там щиту и штанга раз два не спал, нажал. Вижу, показались. Ладно, можешь босса попить автоатакой, чисто маму прикинь. Я вообще стою, не двигаюсь, не дышу. Ладно, дурочку нашему кидаю, шелды и все. На роллоук, да? Нет! Успейте за 20 секунд подстопать нам. Хуяли. Сильнее. Хотя... Не, не успею. 5 секунд. Топните такой. Сейчас диспел будет, потом в печеньку пойдет. Все, диспел был, в печеньку идите. Ман про тотемы не забудь. Тотем природы воткни под ман. Тема, убери один, поставь этот. Что там, лок, иди быстрее. Лок завис. Все, говорите. На вас все идут сейчас, на меня должны. 4. Да, блядь, ребят. Что происходит? Не, ну падайте себе, человек, что-то мало. И плохо засейвились, и что-то два раза вас решил ударить. Кто-то, может, чуть впереди других стоял. Падайте. Я просто разъебал под Вовкой и этой 100 сопрота, которая пиздит. Да. Да. Я ожидала вайпа на Джаналая, но никак не на ласте. Как так-то? Что случилось? Стояли все не прям в метке? Точнее, надо стоять не в метке, а в углу. Да, не просто в печеньку забежать. Я же сказала, прям уткнуться в этот столбик и бежать. Повернись, не шла, ладно? Приду. Адель, спекайся в АДК, еще нам купол ебанешь туда. Купол далековато. Не, так ебанешь и убежишь, нормально. Не, купол далековато, в билде говорю, чтобы его прокачивать. Можно, наверное, как-нибудь. Ну говорю, еще гиры набрать и в АДК уже по ФК спекаться. Держите. Лок, если лес откатил, накинь на друида. На всякий. Вот когда в метку забегаете, кто не шарит, вот так вот в столбик, вы прям туда бегите, видите, я на месте бегу, уперлась. И главное, ничего не кастуйте. Ну, там роги-то попадали, едва ли они что-то кастовали. У нас именно ветра залетели. Не знаю, я стоял, фул хп, блядь. Ну, я тоже выжила. Рикардо вихрь по два раза ударил. Я под зубами гимн кастила, и они под гимном сдохли. Конфил? Four,
Лока, тебе сейчас кину Илону. Перекинешь тогда свою порту под нее. Она тебе кинула, если что. Ебали, шаман. Реинкарнация есть? Да. Здесь там. Есть или нет шаман? Алло. Пока не надо быть. Хотя БР не поймите его. Не успевай. Стоп. Стопнули? Будет диспел потом здесь. Все, диспел. Все, ушли все в печеньку. Чинку встали и переводите РД. Блин, сейчас хорошо. Блин, у нас. Дим, у вас, в смысле? Да. Сейчас все пошли. Сейчас. Все, можете. Знаете, ветерки. Центр, только аккуратнее. Много не касти за ХП, смотрите. Шамал, в частности, у тебя топ-молния тоже считается как цинкулизм. Поставь на то резист тебе. Ну и там тихо. Кости там тут. Я не кажется, что мне же все это не тотально дохуя. Ты там не хватит. Сейчас сколько там хп стало? Мало. Че, шаман проседает? Мне приходится хилить. Шаман, смотри, 50% не касти ничего. Эти даже щиток. Эти торнадо бьют. Ну как, конечно. Бывает, типа вот это, ты что-то кастанул в этот момент еще торнадо, да, как его, там же не одно торнадо бьет. Сорок один процент на полную не отдадите. Там лапка Лока сейчас бросится. Собой нету. Как я это увидел, сам не знаю. Разбросилась. Перекину. Еще один процент у меня на пульте. Все, на пульте мне уже.
придержите его просто на лосо. И не просакай с Герой, шаман. Сразу в птицу превращается Герой, да? Аккуратнее и... ускривает. И тотем на огонь. Да, и тотем на огонь. Хотя, да. И друг от друга РДД разбегите. Что это за хуйня? Или аккуратнее туда буду. А у меня тоже что-то за бага. Я вижу, но. Видите, да? Параша ебана. Бесит. Сейчас будет столб. Я холлидж далеко. Я к тебе при... Просто очко горит, да? Салю по локу с ним. Чё пиздец? Чё, я не могу лупышку? Спал меня. Королева. Блять, ну пьяно. Дай берком дай спи. Там бержи, давай. Милики. Бля, ребят, давайте живите. Ладно, у вас один два ДД, один танк и хил. Главное, к хильте танка. Ты есть сер 4 на следующую фигню? Нет. Ну пиздало, походу. А... Он мне дал от... Чё вообще? Всё. Бля, ребят, ну чё вы так? Ну он меня просто за секунду убил. Там же раньше была... А, потому что вихрь мне ещё ударил. Вот вихрь, не повезло. Я даже встать не могу. Меня просто шотнуло. Даже... Там раньше была анимация, что типа съебаться от луча. Ты не бежишь, да, ковер? Да, меня не могу встать. Я вот не понимаю, почему он эту хуйню спамил ДБМ ебаный, говно. Не знаю. Это, наверное, мой новый ДБМ. А, нет, у меня нет ассиста. Не знаю тогда. Какую новую, вы о чем? Ну, просто нон-стоп, короче, тын-тын-тын-тын, вот так делала. Да, блядь. Новые. Новые есть свои баги. Есть Коджус? Был у кого-то. Даже два. Сейчас, если за этот трай не убиваем, с первого босса буду разраливать. Долго тебе бежать? Можешь кап поставить быстрее? Ковер. Thank you.
лапу бафни. Да, я жру просто. ВР еще в КД, да? Нет. ВР? Че его? Покаберил. Блять, он выйдется? Не выйдется нихуя. Дивана нету. Ничего нету, блять. Это, блять, как бы, ну, типа, нахуй. Насчет, типа, не отбегать, я не знаю, где вы это придумали, но надо отбегать всегда, нахуй. Ты что, ДЦ есть? Под топориком, ты сейчас от топорика уже. Да, только толку. Типа он. Ну, троги отбегают, а все равно дамажит больше, я хуй знаю. Они крутые просто. Ты сейчас даже не от вихря умер, Войд. Не от вихря. Ну, Войд нет. Ну, Войд, да. Не, просто потому что он начал бэрить. Я топорик. Ну, бэр тратить на эту залупу, это, ну, блять. Это да. Это болезнь, нахуй. Надо отбегать от вихря, не ебите мозг. Ладно, да, еще роги сложным выпадом. Отбегайте, короче. Сложным выпадом рог может еще... Ну, я хуй знает, какой там дамаг проходит под ложным выпадом. Минус 50 вроде должно быть процент. Не, роги отбегают. Оба. Ну. Отбегает только вар. Так что вар, блядь, давай, нахуй, завязывай. И до этого все траи нормально было, просто не повезло. Блядь! Че, еще раз так сделаешь? Там с первого босса. Туда... Ну, это ладно, не считаем, давай. Еще есть время. Один трой. Ну, ебал эти косогоры, нахуй. Че, ребят? Да, он ломанулся, блядь. Дам себе, пожалуй, каску. Ковер, смотри, что дает Нэшка? Типа в час нужды, тра-та-та. А разве у ЭБшки не такая же хуйня? Нет, там разные. Ну, типа, неужели ЭБшка по сей день профитней всех для хилов? Ну, типа того. Надо посмотреть просто, там что-то они реворкали их. Ну. И там, ну, там раньше была вообще имба, это влияние тьмы. Они потом их немного понерфили. А разве не Зандалар сейчас профитнее для хилов? Да, нет, я для себя рассматриваю. Конечно, Зандалар лучше для хила, но я же баба. Как я буду играть этим уёбищем? Троллиха. О, блядь, жёсткая. Смотри, даже если смотреть по ласт этому полу, который дальше всего у нас делается, у тебя почти в два раза больше энергии не ломал, чем у меня. Ну да, да, типа хорошая, но типа неужели для ТЦ это так критично? Не знаю, это... Надо меня смотреть. Надо спрашивать. Ну да, мне там знаете, хватает вам или нет? Да, мне ДЦ, я ДЦ, мне всегда все хватает. Ну если тебе хватает, то играйте. Лапу бафни. Может эту обладель побрать ради крита. Five, four, three, two, one.
Славчика вот не так сильно про. Потому что на меня висел горестный бросок в прошлый раз. А, ну, наверное. Я его протекал два раза, поэтому вихрь убил. Можешь сейчас пить. Про тотемы не забывай. Девять секунд, восемь. Стопните. Идем. Стопните, не дейте. Все, дисполдали и ушли в печеньку. Все в печеньку ушли. Это ты переводи. Бритесь прям. Все вроде, да? Да. Идите в центр. Здесь переставь тотем. Ой, забери босса на себе, чтобы шидешки спину били. Бежишь в койлы, хуярь. На нахуй чит. Не на удобной кнопке стоит. Да я заметил, как ты стену. Так это, рагу не регень. Я регень, но пытаюсь кидать тебе кнопку. Блин, раз тебя кидать не буду, потому что только в тебя одного он будет лететь. Да. Как жизнь, ковер? Нормально. Нормально. Да. Это мы жалко кидать его. На полу готовьте. На полу дайте. Чё, блин, шаман? Какая гера? Рано? Не это фа... Сейчас из-за этого ДПС не хватило сфана. Может и хватит ДПСа? Лишь бы никто не умер. Да. Держите фулбурст на вас сразу. БР есть? 30 секунд.
Чего так? Пол, когда встанешь, СС накинь на Валентайна. Не, не Валентайна, а на себя накинь. Можно подстопнуть, да, чтобы начать с лока. Да, подстопните. Ждем, когда лок резнет. А там 5 секунд уже можно бить. Хил стопли. Сразу захильте его, забафайте. Можно захильть. Наоборот, направо босс пойдет. Не так уж тут. Поэтому РДД уходите. Так, для вас левее. У нас левее? Для вас левее. Бля, заебала эта пищалка, раздражает. Да мне ничего не... Сейчас снова ДБМ. Скоро стол готов. Смотрите, по таргету босса кого-нибудь, вообще видно. На тебе, по-моему, столб, на тебе, на тебе. На мне. Чё не показывает, что? Ты смотри тоже анимацию. Тоже не показывает. Анимацию. Милики, милики, милики. Аккуратней, кастеры, Клифф. Да, на следующее что-то давать, фигни уже. Лок. Следующий каст дамаг. Да. Бля, на, нужна мана. Опять на тебе. Не там на лоу хп, бля. Лок, сразу убила. Опять на мне. Нет, 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 не тут. Это хуйня какая-то. Есть у тебя мастер аур на следующего? Угу. Ты уже давал или не давал? А, давал, давал. Каст. Там, тут добивайте типа. Находишься. На тебе, вроде, нет? Угу. Она еще. Вот. Да, да. Давайте. Добили. Эй, быстро дали. 30к добили. Добивайте. Пиздец. Ой, как обычно с костылями. Вот там. Зато тринкет вы в пол и второй. Там костыль. Ебать, да. Это мечта. О, это да. Что, мечта Америка? Типа два тринкета. Так, стоит. Сразу про анрол говорю. Он известен. Это плащ. Все остальное по ролу. Да, ебать, тут кто-то летел миленький, ебать, он подпортил. Еще и трени не анролят. Интересно, он начнет. Это зло, что ли? Если что, два лутает, два тринкета, а понял, не лутает. Адель, если ты заберешь раньше Никиты, то трени пиздец, а Кинфел вообще нихуя не хочет. Смотрите, как бы себя забираю. Ну как бы я жду предложений в ПМ, если кому-то прям очень надо. Ой, бля, пиздец тебе. Ты же собрался в ДД играть. Ну вот. Я не тороплюсь в ДД играть. Ну, давай дальше на треня. Ты знаешь, чело будет был сет готовый, но не будет, но не будет только сет. А через 4 там будет трикет и все будет. Надо кому-то. Идите, только не рассказывай. Я уже им пойду скринить. Трансмок. Ну давай, я дам тебе трансмок по ролю, если надо. Трансмок, распейл, успейки, что-нибудь рольте. Там трансмок ему еще. Шаман, ты же те штаны будешь забирать кольчужные, крит-хостовые, которые? Так, сразу давайте со второй тренькой тоже разберем. Чука. Ты серьезно? Ты, блядь, серьезно? Без трени на БДК есть. Можно БДК. Вахуя. Просто вахуя.